Мы находимся в Коцевели и сейчас попытаемся зайти на охраняемую территорию и показать вам штормовой бассейн. Привет, друзья! С вами Олег и его друг Олег. И вместе мы команда «Крым удивляет». В настоящее время большинство сложных физических расчетов выполняется за счет компьютерного моделирования. Сегодня мы перенесемся с вами на несколько минут в Советский Союз и покажем вам, как этих результатов достигали наши деды, не имея под рукой современных технологий. Год желтой собаки. Тут правда. Да. Не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите такие, как посмотреть на штормовой бассейн? Никак. Какие-то, может быть, дни есть посещений? В рабочий день к директору. В рабочее время к директору? Да. А где директор находится? В главном здании. А где находится главное здание? Вот потом найдете, придете сюда, ага. И вам все расскажут. И покажут, и расскажут. Только ну, с его... С вами договориться как-то? Нет. Нет? Нет. Принципиально. Сейчас принципиально. А что здесь еще есть? Ничего. Вот на этой территории? Ничего. Ничего говорить. Чтоб мы знали, насколько это интересно. Вы все прекрасно знаете. Заходите в интернет, находите вот эту организацию и да? Смотрите. А здесь сотрудники вообще научные остались какие-то или мы не рабочие? Мы всю жизнь работаем. Всю жизнь работаем. И при Украине, ну, и при... Просто штормовой бассейн выглядит так, будто бы им не пользуются, да, поэтому да, я и спрашиваю. Территория загорожена, мы работаем, да. Наш институт работает всю жизнь. А на платформах кто-то вообще присутствует? И на платформе, да? Работает, да. А вот эта вот солнечная вот эта вот лаборатория, там вообще кто-то присутствует на ней? Ведутся какие-то опыты? Приезжают и сразу... Вот эту ты включил? Нет. Да. Да. Так выключай, пока я не разбила. Я, честное слово. Ты вот понимаешь? Не нервируй человека. Не нервируй, убирай. Ладно, все, уходим. Уходим. Уходим, уходим. Да. Спасибо, уходите. Ну вы не договорили. Не, ну что это такое? А потом вы меня выставите в интернет? Так вы же не договорили. На... В интернет выставите? Нет. А я, у меня тоже ваши снимки есть. Я тоже могу написать, знаете что? Будем ничего выставлять, мы здесь. Выключай. Ну что вы так переживаете? Вы... Ничего, потому что я знаю, сколько гадостей пишут за наш институт. А кто пишет? Вот такие, как вы, ходят и снимают и показывают. Нет, но вы, наверное, не знаете, кто мы, поэтому мы никогда никого... Да, да, да. Вот как раз вот такие, как вы, мы на... все пишут. Мы любим, наоборот, Крым. Показываем, насколько он прекрасен, а вы такое говорите. Ну, вот это вот изучение так, солнца. Так, все, ребята. Пока не выключишь, не вытришь ничего, разговаривать я на эту тему не буду. Ни на какую. Все, принципиально, выходим. А как вас зовут? Никак. Меня Олег зовут. Выходите. До свидания. До свидания. Придем в рабочее время. Выходите. С Новым годом. Ладно, сейчас мы что-то придумаем, все-таки вам покажем этот штормовой бассейн. Не удается нам, правда, показать всю эту территорию, но что-то вы обязательно увидите. Штормовой бассейн – это не бассейн в обычном понимании этого слова. Его конструкция значительно отличается. Мы подошли к его модели. Как вы видите, вода находилась между двух колец, а в центре расположено здание лаборатории. Мы
Мы все-таки нашли лазейку, как сюда пробраться. И теперь вы видите за моей спиной этот штормовой бассейн. Его диаметр 40 метров, высота 6 метров, а ширина канала, по которому протекает вода, 2 метра. Не знаю, видно вам оттуда или нет, в центре лабораторию. А мы увидели с обратной стороны какое-то здание. Там есть лестница, сейчас на нее поднимемся и сверху попытаемся заснять. Мы все-таки нашли лазейку, как сюда пробраться. И теперь за моей спиной вы... Прячься, прячься. Главной задачей штормового бассейна было изучение волн, возникающих под воздействием ветра. Для этого на крыше вот этого кольцевого резервуара была установлена 21 вентиляторная установка. Ветер, то есть воздух, подавался от вентиляторов внутрь по четырем соплам. Эти установки позволяли ученым получать ветер со скоростью до 19 метров в секунду, что в свою очередь давало возможность этим же ученым создавать внутри бассейна различные условия. Это мог быть и штиль, и шторм 9 баллов. Ветер, то есть воздух, подавался от вентиляторов внутрь по четырем соплам. Бабушка нас снимает. Давай еще раз, она меня сбила, бабуль. Снимаем кольцевой этот штормовой бассейн. Здравствуйте. Я тоже вас засняла. Хорошо. И теперь передам милицию. Но почему здесь на территории вот это делаете? А нельзя? Конечно. А для чего мы здесь находимся? Вот это объясните мне, пожалуйста. Фотографируем резервуар. Зачем? Потому что это великое научное достижение. Достижение — это наши достижения, а не ваши. В смысле ваши? Ваши достижения? Ваши достижения? Да, наши, а не ваши. Слазим. Нас все-таки поймали и вывели за пределы территории. Поэтому нам не удалось показать вам все то, что мы планировали. Помимо работ над теорией ветровых волн, в штормовом бассейне проводили ряд экспериментов по проекту «Тайфун». Это программа по изучению методов управления тропическими циклонами. Правда, существует версия, что при строительстве этого объекта были не учтены центробежные силы, которые неизбежно возникают при круговом движении и существенно влияют на процесс образования волн. Поэтому идея оказалась ложной, а сооружение так и стояло дорогостоящим памятником советской инженерной мысли. Правда это или нет, знают только ученые, но то, что он охраняется по сей день и достаточно серьезно, это точно. Подписывайся на канал «Крым удивляет». Пока! Пока!